8-летнему Юнусу Эмирову срочно необходима операция. Напомним, ребенок попал в ДТП в районе маршала Жукова, когда переходил с бабушкой по пешеходному переходу дорогу. Бабушка скончалась на месте, сейчас мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. На прошлой неделе он уже перенес 3 операции на тазобедренный сустав, челюстно-лицевая пластика и на голову. У него перелом основания черепа. Мама Юнуса воспитывает одна. Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой помочь семье. Денежные средства можно перечислить на лицевой счет, который вы видите на экране.